Ого, что за холодильник? Мне холодильником придавило. Да блин, я уже отсчитывал время. Да дайте, я же не чужой. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Чёрное Жерло, Форум, Фуфлик, Уга-Буга, Хитачи, Мерси. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Ассалам алейкум! Всем привет! Алейкум ассалам! Привет! Ребята, сегодня у нас очень классная, веселая рубрика, которая залетает и всем нравится. Это «Чужой в школе бал». Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Вот у нас сегодня очень простые правила. Максимально хорошо выживать и использовать нужные пистолеты и дробовики. Так, хорошая попытка, пацаны, хорошая. Я сегодня буду очень хорошо играть. Сначала посмотрим, что пацаны умеют. Их невозможности. А потом уже начнем их гасить. Ой, Дима. Сегодня поставил себе камеру пониже, чтобы, знаете, более чувствовать, как вот за чужого играешь ты. Стеномор. Хорошо, хорошо. Вот тот, кто меня больше всех убивает, буду пытаться в него вселяться. Тихо, тихо, тихо. Нифига себе вы мучите! Неплохо, пацаны, неплохо. Саня, какое оружие? А, ну я знаю насчет этого. Лучше его гасить, чем прятаться. Так, я уже за одним слежу. Мы все в толпе. Опа, я уже в одном из вас. Ну-ка, давайте, в ком же я? О! В ком же ты? Ой-ой. Так, не попали. Нет. А он походу, на сета. Ай, больно. Он троллит. Хорошо, я вас троллю, молодцы. Да, он троллил. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот теперь вселился. Я стрелял, я в тебя стрелял. Уга-буга. Это не я. Ребята, настроение классное. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Кто хочет с нами пообщаться в Дискорде, позаписывать, заходите по ссылочке. Блин, а как я в него не вселился? А, пацаны, вам надо взять полноразмерные скины. Я в маленькие скины вселяться не могу. Нет, Дима, мы на таких скинах, которые имеют... Не, я не могу. Я, допустим, только что прыгнул на голову собачьему патрулю, я не мог в него вселиться. А у меня классический комбайн. Я на покемоне двух двухкольцовую. Мне 50 тоже. Ах ты, скелет вонючий. Хорошо, хорошо, пацаны, это разминка. Сейчас будет жестче. Когда я вселюсь в кого-то, я уже, конечно, об этом говорить не буду. И когда проходит 5 секунд, я буду вставать большим. Я услышу. Вот смотрите, ну встань, вот не двигайся, дай попробую. Так я попробую собачий патруль вселиться. Мне кажется, я не могу реально в него вселяться. Ты задрал, морда! Наступили на голову! Губуга! Да блин, как ты так быстро среагировал? Ты че, псих, что ли? Ты чё, неадекватный? Блин, вы видели, как он моментально меня замочил? Косожопый. Форум совсем офигел. А нет, а теперь я уже не шучу. Теперь я реально хочу уже в кого-то вселиться. Смотрите, а у меня уже не получается. Ты шутишь, да. Шутник. Видите, я не могу вселиться в него. Так что давай, убирай своего собачьего патруля и бери обычный скин. И в гуся тоже не смогу вселиться. Нет, у меня скин нормальный. Да? Комбайн. Ты думаешь? Да, увидишь. У меня обычный скин комбайна. Так, нет, я уже должен был вообще в одного вселиться из вас, но так как у него скин рахитный. Ага. Молодец, замочил, молодец. Черный, давай, форум, иди сюда, я сзади. Я не хочу тактик, но просто буду бегать, Диму искать. Ну что, 5 секунд прошло. Он даже не заметил. Я же когда сказал, что ты меня убил, ты что, видел, что мое имя отобразилось в оверлее? Так, ребята, для того, чтобы я стал смертным, надо прописывать килл. Потому что когда я вселяюсь с человека, то я стою бессмертным. Опа, тихо, тихо, тихо. Успокойся, успокойся. А теперь я должен их всех съесть. Это самое любимое мое блюдо. А вот он где-то... О, давайте возьмем вот этого чужого, вот этот чужой получше будет. Ну что, погнали, ребята. Отлично. Он в кабинете сидит. Да, я такой. Я будем ждать. Ожидаем пацанов и начинаем их всех жрать. Еще отлично, ребята. Он в кабинете возле выхода.
давай ко мне. Ладно, давайте, когда я буду большим, да, можете разное оружие брать. Только когда я маленький, не можете брать. Потому что вообще сложно будет. Кого? Админский пистолет можно? Нет, нельзя, ты что? Это же нечестно будет. Я тогда буду бессмертный, если ты будешь с одного выстрела меня убивать. О, смотри, я чувствую, тут кто-то бежит. Смотри, сейчас я съем. 3, 2, 1, 0. Там. Туда. А нет, это не тот. Он вылез где-то. Это Дима. Дима, ты где? Они тут вообще не ходят возле класса? Я думал, они ходят. Не, мы не ходим. Дима, так, а, не знаете, где я сидел? Ой, я знаю, куда надо, ребята. Я вот сейчас сюда прилечу. А чё я невидимый? А подожди, в канализацию. Вот он. Он в столовке был. Был? А я невидимый стал почему-то. Я не могу стать видимым. Это баг, кстати. Во! Да как так-то? Мгновенная смерть! Дофигеть! Дофигеть, это реально сложно! А чё, шар, мне убивать с одного раза, что ли, да? Я случайно... А, у меня были просто неполные жизни. Фуфлик, ты чё с минигана? Я не понял. Ну ладно. Да зачем стрелять этим? Ой. Вы молодцы, ребята, вы хорошо играете. Видишь, я тебя не мог убить. Что это за читы, а? Да блин, да как ты догадался, что я в тебе, а как? Потому что я бы тебя убил, у меня бы засветило, что я тебя убил. Да блин, ну ты умный оказался, ребята, все-таки догадался. Видите, у нас есть один чилипиздрик. Видишь, тоже в этот скин не могу вселяться, так что меняйте. У кого там этот покемон, тоже меняйте. Это нечестно, мы же хотим по-честному играть. А я ведь помню, как ты выживал в предыдущем ролике. Да, есть такое. Умирал много. Я сам себя убил, класс. Он поселился. Он в этого, в Мерси, походу. Мерси? Да блин, да как ты догадался? А, я был в форуме вообще. Непонятно, в ком я был в форуме. В смысле? Кого? Уга-буга. Да ну вы, да что вы, да хватит. Я всех поубивал своих. Молодец. Я псих. Он не засчитывается почему-то. Ноль. Используйте красный. Есть, я с большим стал. Все, они теперь будут шары, да, фигачить, я понял. А, Дима стал большим. А если я возьму, а ну-ка, сейчас, подождите, килл пропишу. Сейчас будем его убивать. Да кто? Фу-фу. Все, я большой. Я использую тактику Димы. Зачем ты напукал возле кабинета? Ого, тут у меня аж пыль выступает, вы так фигачите. Ай, форум, не надо. Ты его все равно так не убиваешь. Офигеть, через стены видно пыль. Отлично. Возле любого же кабинета. Стены. Дима, ну рубай. Какие читы? Чужой может хватать через стену, он же сильный. Я знаю, где он. Он где-то возле... У него 900 хп. Да, мне уже мало осталось, не переживайте. Что они будут делать, когда я стою их просто фигачу возле двери? Ой-ой-ой, я уже должен быть мега бессмертный. Ай-яй-яй-яй, больно, больно. Ой, я забросал ему пердежные гранаты. Офигеть, я не могу выжить так. Правильно. Че, залож... Нифига себе, даже до двери подойти не могу, настолько вы закидали гранатами. Форум, ты че, разошелся? Молодцы, ребята, молодцы. Давай, давай. Ого. Вот это веселье. Кто меня гасит? На тёмку двоим. Я тут бомбу заложил почти. Молодцы. А чё я стою невидимым? Это очень странно. Я когда, короче, захожу в невидимость, я потом стою невидимый постоянно. Ладно, давайте так походим, не будем в невидимку прятаться. Чтобы пацанам было интереснее. Ты. Ой, и ждём за угла. Сейчас только кто-то подходит, я их буду жрать. Ждём. Ну и смотрим, идёт. Я что, от третьего лица играю? О, вы молодцы, что накидали гранат. Ой-ой-ой, это было сит. На тебе за это. Ой, больно.
У меня мало жизни, 55 хп, 55 хп! Я проживу, я проживу. Ой, вот это у меня спина, офигеть, жесткий, вообще такие торчат штыри у меня. Ну сейчас давайте еще раз проверим, могу я стать видимым? Или все-таки это баг игры? Да, это баг игры. А может за то, что я от первого лица играл? Давайте камеру сменим. Так, сейчас мы проверим кое-что, я прячусь. Так, давайте полетим сюда. Потому что хочется все-таки вентиляцию прятаться. О, сейчас уже не багается. У меня жизни сразу отняли много. То я проверял, пацаны, то я не специально. Потому что я играю с модом от третьего лица, и поэтому оно исчезает. Рассавелла, брателла. Мгновенно, мгновенно уничтожили. Обстоятельства. Ой! Это было рядом. Он где-то тут. Да он за вот этой. За вот этой. Ха-ха-ха! Веселье! Он там, он за этой, как ее. Ой-ой-ой, я в него вселился в это время, бомбу поцеловал. Такого я еще не видел. Ой-ой. Сумасшедший, что ли? О, да как? Опять, смотрите, я поцеловал бомбу. Ой, я знаю, надо сюда валить, надо сюда. А-та-та-та-та, отлично. Подожди, да я. Все. А где Дима? Димочка? Я заныкался. Я в нычке. Кстати, у меня вообще 18 хп. Хватит. А блин, пристрелил меня. Ого, синий туман, это просто повезло. Так, пацаны, давайте забирайте оружие. Вы что, мы же договаривались за рабовики пистолета, когда я маленький. Ты скажи в любое оружие, когда ты станешь большим. А я уже маленький. Ой, поцеловал задницу. Ну все, ну хватит, ну реально, черное жерло, хватит. Да жерло черное, ну. Будь белым жерлом. Ты своих убиваешь. Ну да. Давайте, кто убьет своего, тот лох. Давай. Погнали, проверим, кто... все, понятно, фора. Ох, вы там гранат набросали. Так, туда мне пути нет, там я уже не пройду. Давайте сюда встанем. Саня, что ты меня бьешь? Да ты пройти не даешь. А смотри, поцеловал бошку. Я в акулу тоже вселяться не могу. Нет, можешь. Ты просто не попал. Не попал. Знаю, блин, скелет. Да блин, как вы догадались, что я в нем? Потому что это скелет был возле твоего трупа. На, я в акулу не могу вселяться. Акула, не, давай бери скин другой тоже. Я уже три раза. Вы задрали убийцы такие, а? Лохматые. Вообще сильно мочат. Осторожно, осторожно. Ох ты, ох ты. А ну, Саня, ну ладно. Ну, что ли, мне кажется. Я проверял вас. А! Убил, молодец. Ух ты, а как я умер? А, тут граната красная, сразу. Понял. А где я заспаунился? О, какая-то комнатка. Надо спрятаться. Так, нормально. Алло. Ну что, пацаны, вы готовы? Сейчас я вас буду всех мочить. Ого, что за холодильник? Мне холодильником придавило. Ага. Ой, Дима, бежи. Ой, да блин, я уже отчитывал время. Да дайте я, я же не чужой. Да я, дайте я. Ну что вы, психи такие. Вот это неадекват попался нам в этом ролике. Ай! Да кто там срет гранатами изнутри? А ты суслик. Твоя тактика, Дим. Вот это была жесть. Вот это веселье начинается. Опа, опа, жертву вижу. Блин, да дайте выжить, я даже и выйти никуда не могу. Да это жесть, дайте выжить как-то. Ну нафиг, я с вас. Я стал большим, пацаны. Погнала жара. А, надо килл прописать, извините, забыл. На радость так, что я большой. Так, все, я понял, что я был невидимый, потому что... О, привет. Удачи. Ты чё? Я тебя еще с того раза помню. Вот это пацаны мочат. О, я сейчас, короче, заныкаюсь в классе и бомбу взорву. Если вы не... Пацаны, даю вам минуту. Найдите его. Ну зачем кидать красные гранаты? Это я иду.
Фуфлик совсем офигел. Так, бомба, бомба, бомба. Небольшая бомба, ребята. Дима, время давай. Я скажу, когда минута пойдет, когда я ее заныкаю. Быстрее, 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 быстрее. Извините, обстоятельства. Все, минута пошла. Бомба заныкана. О, активировал. Ты что, террорист? Да. Чужой ксеноморф должен всех взорвать. Ищите быстрее. Быстрее. Ой. Ищите, ищите. Так, все, давайте. Уже 10 секунд прошло. Тут так много. Быстрее. Быстрее. Вот он! Ты дурак, что ли? Ты бомбу взорвал. Молодец, спасибо тебе. Ты за меня бомбу взорвал. Вы же должны были меня убить, а бомба целая остаться. Так вот именно, так я по себе стрелял. Молодцы, ребята. Молодцы. Короче, чужой победил. Вы не смогли сегодня чужого выиграть, пацаны. Не, мы выиграли. Ну как, бомба же взорвалась. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока. И я хотел бомбу взорвать.